Уважаемые телезрители, приветствую вас на французской Атлантике. Вы не представляете себе, как приятно бывать в местах, где ничего не меняется. Старый мрачный форт, бескрайний океан, назойливые чайки. И только одно здесь будет в этом году другое. Русский сезон в форте Боярд. Мне показалось интересным, когда не одна команда рвется к золоту форта, а в этом состязаются две команды. Кто из них первый попадет в сокровищницу? Или к тиграм? Смотрите сами. В этом сезоне в игре «Форт Боярд» олимпийская система. Команды сражаются против форта и между собой. Команда синих против команды красных. 16 команд, 8 отборочных игр, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и финал. После каждой игры одна команда навсегда покидает форт. Другая получает право продолжать борьбу за выход в финал. Команды уже здесь. Одну команду сопровождает Екатерина Коновалова, другую команду Елена Корикова. Две очаровательные блондинки. Сейчас команда предстоит немаловажный момент. Сейчас будет первая дуэль, в результате которой решится, какая команда войдет первая в форт и какая первая начнет борьбу за ключи. Итак, Леонид нам дал команду начинать, и сейчас участникам предстоит побороться за право первыми попасть на территорию форта и, соответственно, первым приступить к выполнению задания. Это очень важно. Итак, ребятам нужно как можно быстрее добраться до мишени, вы видите ее там вот наверху стены форта, и завладеть ключом. Вы готовы? Да. Вперед! С Богом! Да, Сережка, подтягивайся на ручку. Короче, не торопись, спокойненько. За право выйти в четвертьфинал в первом отборочном туре команда красных борется против команды синих. Команда красных. Капитан команды Николай Цискоридзе, премьер Большого театра, народный артист России. Мария Александрова, прима Большого театра, заслуженная артистка России. Сергей Филин, премьер Большого театра, народный артист России. Сергей Уваров, премьер Большого театра, народный артист России. Команда синих. Капитан команды Игорь Ганжа, актер и продюсер. Любовь Толкалина, актриса. Егор Кончаловский, кинорежиссер и продюсер. Екатерина Двигубская, актриса и режиссер. Да, да! Бери ключ! Да!
игре 6 ключей, 4 подсказки, слово в сокровищнице и золото форта. У команд есть по 6 испытаний, чтобы завоевать ключи и получить право первыми войти в сокровищницу. Непременное условие – дуэли, где команды соревнуются между собой. Первая дуэль – загадка фура. За правильный ответ игрок получает ключ. За неправильный ключ получает соперник. Время всех испытаний ограничено. Право первой войти в сокровищницу и выложить ключевое слово получает команда, которая набирает наибольшее количество ключей. Итак, в этой предварительной разминочной дуэли победила команда красных. Они получают право первыми сегодня начать игру. Ну что, Лен, я поздравляю команду красных. Это вещь символичная, но очень важная. Вы первыми начинаете игру. Я приветствую команду синих. Вы не расстроены ничуть. Я... Сережа, похвали. Судя по тем жестам и... потому что вообще народ узнаваемый, но тем не менее я настаиваю на том, чтобы мои помощницы представили болельщикам и телезрителям команды. Самые талантливые, самые-самые солисты Большого театра, звезды мирового балета, наш капитан команды Николай Цискоридзе. Мария Александрова. Да, да, да. Андрей Уваров. И Сергей Филин. Это вы звезды Большого театра. Окажетесь вы звездами Форта Боярда, это надо будет сегодня доказать. Теперь синие. Тоже достаточно узнаваемые. Абсолютно. Я делаю не только с удовольствием, но и с некоторой гордостью представляю свою сегодняшнюю команду. Это, можно сказать, что семья Кончаловских и примкнувший к ним продюсер Игорь Ганжа. Настоящий мужчина и капитан команды. Любовь Толкалина, актриса. Ее муж Егор Кончаловский – режиссер, Екатерина Двигубская – актриса, режиссер, писательница. И член семьи. Вот так вот. Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Я же многое читал об этом, многое видел. Приветствую обе команды. Если у вас нет сейчас здесь на берегу вопросов, я могу командовать начало игры. Вопросов нет. La gong, s'il vous plaît. Бежим. Вперед. Да. Вау. Бежим. Ну что, вот это и есть то ваше право начать первым игру, это очень важно. Первыми на этот конкурс, который называется «Манна небесная», пойдут Николай и Маша. Удачи! Это будет первый ключ вашей команды, если вы добудете. Ну что, Постан, когда вы отправляем. Они кричите, что вы... Естественно, правда, естественно, время ограничено. Ребята, подсказывайте. Итак, время для Маши и Николая пошло. «Манна небесная». Самое было сложное не поднять, а удержать, потому что в момент, когда тебе в глаза сыпется и льется, ты начинаешь жмуриться, отворачиваться, и у тебя ось начинает качаться. У меня был один момент, когда я думал, что сейчас мы вдвоем упадем, но инстинкт самосохранения, когда ты все время пытаешься, как сказать, спасти то, что у тебя в руках, здесь сработал, конечно. Кроме балетных это никто не может сделать, потому что это надо тренировку иметь. Я сразу сказал, что мы сделаем так, если нам он достанется.
я придумал этот вот трюк. И видите, так получилось, что он мне достался и Маше. Мы так поняли, что надо было быть чем выше, тем лучше. Поэтому мы сделали одну из самых, как бы, таких... Это не трудная поддержка, просто она занимает достаточно много места в высоту. Поэтому мы сделали просто стульчик, потому что это был единственный выход. Мне нормально дотянуться палкой до этих ящиков, чтобы их разбить. Чувствовать, судя по всему, в таких антисанитарных условиях? Ну, мы работаем на сцене. Все, кто работает на сцене, серьезно, понимаешь, что там, да, много что пыли. Чтобы зрители сверху понимали, что это падает. А кажется, как красиво со стороны. А так, ну, на баске нас ждет интеллектуальная дуэль. Кошмар. У нас отправилась на нее Любовь Толкальна. А у вас? Андрюша. А у нас Андрюша, да. Ну что, посмотрим. Привет вам, гости дорогие. Bonjour. Nous commençons. Мы начинаем. Шафон, лафон, пу-хо. История у нас длиною в век. Хоть родились мы сине-голубыми, теперь мы можем быть любыми. Носили прежде нас лишь на работе. Теперь у нас есть место в гардеробе. Джинсы? Он угадал, мадам, мне жаль. Мне тоже жаль, придется расставаться. Подождите, я не поняла, почему? Почему джинсы-то не надо? Носили прежде нас лишь на работе. Так, теперь... У нас есть место в гардеробе. А при чем здесь российский флаг? Я ничего не понимаю. Прими. Красно-синий. Спасибо. Я поздравляю. Че, какой-то ужас. К сожалению. Мы к вам еще вернемся. Носили прежде нас лишь на работе. Возьмут мои ключи и богачи. А я вот тут торчи. Какая мука. Бежим! Yes. Go! Алле! Пошли! Ну, ну не надо так расстраиваться. Нет, взбодрите, все хорошо, пожалуйста. Все хорошо. Итак, за этой дверью, Катя, это вот то, что я называю Сизиф. Вы должны затолкать ядро на гору, уложить его в соответствующую лунку, и тогда, ключ попадет сам к вам в руки. Мы тебе будем подсказывать. Паспорту. А ну что? Да, конечно. Болеть, болеть можно, нужно. Ну что, готовы, да? Итак, время для Кати пошло. Сизифов труд. На этом напряжении, потому что для нас это действительно очень важно. Катюшка, постарайся посадить этот мяч на эту фигню. Постарайся аккуратно и правильно и плотно его посадить. Для начала. Просунь в нужную решетку. Вот, немного. Вот себе часы. Нормально, вернее. Пониже не так. Ниже, вот здесь, да. Отлично, давай. Сильно. Отлично! Помни. Отлично! Лови! Лови! Нет, поймать его невозможно. Еще раз пробуй, еще раз пробуй. Время есть, Катя. Катюш, посади на кочергу его и кати. Постарайся быть точнее. Прицелься к этой дырке. Она слышит? Да, конечно. Посади его на кочергу. Нет, 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 нет. У тебя время есть, не волнуйся. Будь спокойно. Постарайся, катить. Не делай резких движений. Нет, она может выйти. Главное следить за временем. Катюш, правильно посади его. Уточни. Очень хорошо. Так, ей нужно, наверное, посильнее кидать, да? Сильно и точно. А за нее нет? Нет, к сожалению. Только мысленно и душевно быть там.
Очень хорошо. Так. Молодец, почти, почти. Нет, Миша, ловить не нужно, это бесполезно, наверное. Лучше сначала оттуда кидать. Тут главное прицелиться правильно. Катюш, время есть, все хорошо. Не отвлекайте меня. Хорошо, как скажешь. Так, время. Так, все. Ну ничего, хорошо, молодец, молодец, молодец. Ну не расстраивайся. Чего бы не получалось, расскажи. Ну он не тяжелый, ты не понимаешь, как центр, как эту палку подогнать так, чтобы... Чтобы попасть в дырку. Ну да. Как он управляется? Ну ничего страшного. Ну что, у нас еще все впереди? Побежали? Не расстраивайся. Ну, живее. Ну что, ребят? Ну что? Что случилось? Это очень ничего, сложно. Все я хорошо. Могу, я команду «Синих» хочу все-таки как-то взбодрить. У меня нет специальных конкурсов для тех, кто не может завоевать ни одного ключа. Специальных нет. Я, может быть, вас сведу Лёшка, как-то... Лёшка, все только начинается. Конечно, хорошо, только Катя, начинается. Я верю, я болеем, верю тебе, Лене, но, тем не менее, как-то Лена команда соответствует. Мне просто такой большой отрыв не должен быть. Боритесь. Сейчас, я думаю, что сейчас уместнее всего будет дуэль. Может быть, непосредственной конкуренции, борьбе вам повезет глядя больше. Глядя глаза в глаза, это получится. Но я сейчас как бы так. Среди вас практически вы все одинаково тренированы. Но, Игорь, давайте вы как капитан попробуйте все-таки добыть первый ключ. От синих будет Игорь, да? Так. От красных будет Сергей. Вот так, опять дуэль. Заходите, заходите, готовьтесь и ждите моей команды на старт, я стукну в дверь. Это достаточно сложная дуэль, называется «Стремена». Да? Да, окей. Ну что, вперед. Спасибо. Непросто. Ребята, удачи. Игорь, главное, не вытаскивай ногу из стремени, постарайся ее там фиксировать. Ну что, вы готовы? Да. Да. Начали! Одну ногу он попал уже, одной ногой. Давай. Игорек, ищи Игорь, второе давай, стремя. Хорошо. Как-то не очень, ребята, он встал. Смотрите, второй ногой. Он мимо куда-то попал. Ничего. Понял точно. Тем более там же все вращается, там же тяжело надо. Попасть. Не только Игорю. Игорек, старайся зафиксировать ногу в стремени. Не вынимай ногу из стремени. Его нужно поймать. Да. Сережечка, постарайся держать ноги. Сережа, держись. Серж. Он держит. Так, Игорь, Сережа, давай. Молодец. Нормально. Молодец! Главное, не вынимай ноги из стремени! Главное, не будем. Сереж, мы с тобой! Давай, ну почему ты летаешь? Летай! Сережи ноги! Миля, на ногах только, Миля! Чувствуй движение, руку и ногу. К тому же мне еще и больно надо.
сейчас. У тебя есть время. Попробуй, если ты можешь. Если у тебя есть силы, время есть. Но... У меня все болит. Я смотрю, у меня все болит. Дышите на лучше. Чуть-чуть осталось, Сергей, держи. Отдохни, у тебя есть время. Он очень сильный. Если отдохнуть, есть! Спасибо, извини. Да. Давай, все. Да. Да. Это очень трудно. Да. Сережа, ты где? Ты уже прям Я не отдохну. Поздравляю. За что вы меня? Я не отдохну после этого. Спасибо. Держи. Игорь, мы на вашей стороне. Да. Ну, все нормально, что ты держи. Все хорошо. Госпитализировать, по-моему. Спасибо. Лежи. Игорь, спасибо, дорогой. Спасибо. Если бы не ты, я бы не взял ключ. Спасибо. Садись, Сергей. Бежим, ребят. У нас есть время. Бежим. Я не смотрел на него, на самом деле. Я занимался своим путем. Просто когда уже, ну, банально постыдно не хватило физической силы. Я никогда не занимался скалолазанием, и не хватило вот этих мышц, не хватило мышц предплечья, не хватило рук. Меня почему-то не предупреждали, что это будет так сложно, поэтому я не был к этому готов. Но когда тебе в спину так эмоционально смотрит твоя команда, и которая действительно ждет от тебя победы, ну разве можно здесь не победить? Конечно, надо стремиться. Супер! Боже, да? Да? Да, да. И снова здрасте, это называется. Здрасте. Ну что, Машенька, это один из моих любимых, одно из моих любимых испытаний. Вы должны будете, да, в трех душевых поймать струйки, набрать воду. Да, поймать, да. Слить их в специальный сосуд. А сосуд выдавит такой поршень, и ключ опять-таки покажется на поверхности, и вы его сможете взять. Мне как бы и не надо вам желать удачи, потому что ваша команда уже три ключа, вы пока вы лидеры, но не надо восторгаться от собственного как бы превосходства, потому что в Форте Боярд игра очень переменчивая. Поэтому играйте стабильно и плотно. Ну что? Ваша Мальчики, принцесса. Удачи! Мань, слушай, я тебе буду говорить. Все, подсказывайте мне, да. Говорите. Ну что? Да. Итак, время для Маши в душевой пошло. Удачи, Маша! Посмотри, Маша, Зажми! Зажми! Молодец! Молодец!
Ваня, Маша, скажи, не... вода была теплая? Я не помню. Не помню. Молодец. Да, было приятно, все равно. Я чистая, понимаете, почти чистая. Да, и я. Сложно? Да. Ладно, бежим, ребята. Молодец, есть. Очень боялась сделать первый шаг в комнату. Все время. Только в любую, да. Просто вот просто страшно войти. Первый шаг сделать очень сложно. Очень много. У меня прям сердце, я думала, оно выпрыгнет. Люба, значит, здесь достаточно трудная ситуация. Один из самых живописных конкурсов, испытаний Форта Боярд. Вы сейчас будете бороться с достойной противницей в грязи. Вы должны будете оттолкнуть эту французскую спортсменку и женщину, которая практически полжизни провела в этой среде. Самый эротичный конкурс на свете. Давайте это. Вот Егор вызывается отталкивать. И ты не уверен, что будешь отталкивать, да? Нет. Но тем не менее, это еще один шанс. Вы готовы? Да? Ну, я надеюсь, что, может быть, это будет первый ключ. Хотя по крайней мере, ты получишь удовольствие от одной из самых сложных испытаний. Обманом. Ну что? Хитрости. Как получится, ребята? Она симпатичная, изящная, Люб. Тебе не будет сложно. Ну что, я приготовлю. Может, имеет право орать? Орать? Да, кто? Да. Она? Пугай. Я не буду. Все, что, все, что угодно. Все, что угодно. Отвлекай ее, что угодно делайте, ее. Только уже получите хотя бы один ключ. Время подмигивай, пошло. Подмигивай, выныривай из-за ее рук. Сильно, какая она агрессивная, боже мой. Что же она делает? Она борет с ума, а не женщина, боже мой. Люк, постарайся от нее немножечко отползти. Что с тобой? Люба, она давай! Отлично, Люба, вниз ее. Давай, Любочка! Любаша, иди ее в ноги, Люба, вниз. Любочка, постарайся к нему приблизиться. Подпрыгни, постарайся подпрыгнуть на него. Ходи. Так ее за ногу. Молодец! Ты чудо, ты чудо! Ты лучший мужик в нашей команде. Ну, какие впечатления? Ну, она, по-моему, агрессивная достаточно была. Она же сложная. Егор, как тебе жена в новом качестве, в новой роли? Берегись, Егорочка, берегись. Ого-го, побежали. Ребята, надо отпраздновать победу. У нас первый ключ. Как это куда? Куда? Обошла первый раз, я почему-то была уверена, что ключ должен висеть на стене, к которой я должна через нее пройти. Когда я оказалась в стене, поняла, что нет ключа здесь, и он где-то висит посреди комнаты на таком жестком тросике. И все началось сначала, но когда я уже ухватилась за ключ, был такой момент, когда я уже почти схватилась за ключ, и она меня как бы оттащила, и я не была уверена, что я вообще смогу встать, чтобы еще раз ее толкнуть. И тут я вспомнила про Игоря Ганжу, который сказал мне, что нужно под коленки ее как бы подбить, и тогда уже удастся ее повалить. Я ее повалила и схватив этот ключ, и говорю, мое! Мое! Я рад, что наконец-то команда «Синих Фола» получила хоть один ключ. Это как-то поддержало бы. Вы знаете, что меня больше всего поражает? Вы бы видели, как волнуется команда «Красных», что они здесь творили сейчас, когда они смотрели, как Люба борется в грязи. Они радуются больше, чем за свои ключи. Это правда. Итак, я думаю, что давайте еще в непосредственной борьбе поборемся за один ключ. Егор, ну вы как по профессии человек вообще... Самые наблюдательные и запоминающие люди – это режиссеры. Вы когда-нибудь попадали под влияние или попадали в руки наперсточников? Доводилось или нет?
Да. Дальше должен мне сказать, что... Но это было не связано, было связано не с наперстками, да? Это было связано с деньгами. С деньгами. Конечно, здесь почти та же история. Я думаю, что от команды «Синих» пойдет Егор, а от вашей команды пойдет Маша. Значит, человек достаточно ловко владеет игрой в наперстке. Вы должны определить месторасположение боярдиков. Если вы получите три монеты, отгадаете их расположение, угу, то вы получите ключ. Вас там ждут? Главное внимание. Серьез? Ну что? А? Маш, не уверена, не говори. Провожай, как паспорт. Это? Провожай. Молчание золота? Да, конечно. На самом деле, да. С Богом. Если кто очень внимательный, то не говорит. Это не факт, он все так делает, что можно не увидеть. Он, конечно, да, мастер. Да. Пока шли вас! Маша справа! Маша справа! Маша справа! В центре! Да. Маша! 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 Сейчас слева. Мы тоже можем ошибиться. Дело в том, что... Не говорите. Да, я тоже думаю, что невиднее. Нет! Так, не важно, оба они ошиблись. Копеечка остается там. Он может делать все, что угодно. Он вообще. Нет. Нет. Они не отгадывают. Машенька, он перекидывает. Он за его рукой следит, не за карточкой. Это ты сделал. Почему? Я уже много раз показал. Справа, справа, справа. Справа, справа, справа. Маша, какая ты молодец! Ура! А вы уверены, что Маша справа? У меня все возникло там. Там красненькие шарики. А, красненькие шарики с другой стороны. Конечно, справа. Не знаю, не знаю. А может быть, это как раз Егорушка? Нет, да, была же что-то мне подсказывает. Потому что я точно помню, что я знала, где лежит первый раз. Где это лежит всего второй и третий раз, или четвертый, я не знала. Я как-то действовала, вот если вспомнить, как-то в противовес Егору. Вот Егор говорил одно, а я говорил другое. Ну, наверное, вот моя противоречивость в жизни, она помогла. Загораю, я жду вас. Давайте скорее, ребята, не отдавайте. Да, ну что, я поздравляю вас, пять-то ключ, да? Да. Я устал вас поздравлять. На самом деле это здорово, это доказывает о какой-то правильной подготовке. Скажите, пожалуйста, может быть, вот там, где происходит сейчас ремонт Большого театра, может быть, создали модель Форта Боярд на стройке и долго тренировались, да? Нас просто хорошая идея, да? Много лет держит в состоянии соревновать. Соревновать, да. Профессия такая, у вас тем более, да? Надо быть все время в форме. У меня есть ощущение, что вы первыми войдете в сокровищницу, поскольку у вас же пять ключей, и, наверное, у команды «Синих» нет шанса догнать вас по количеству ключей. Но ключи – это еще не все, я вас просто предупреждаю, да? Сейчас есть шанс получить еще один ключ. Это испытание называется, ну,
игра в кораблики, морской бой, как хотите. В общем, мне нужно два человека. Вы же не оперный, вы же балетный, да? Но все равно дыхалка работает нормально, да? Да, да. Ну, в общем, команда, у команды Саскоридзе я беру Андрея и Сергея. Вы должны будете просто дуть в паруса. Вот Пушкина, помните? Да. Ветер по морю гуляет, гуляет, и корабль, подгоняй. Итак, да, время для Сергея и Андрея пошло. Вот корабль. Нужно сначала его разогнать. С двух сторон, желательно с двух сторон дуть. Поближе. Дуйте на воду, правильно, да? Да. Да! На воду дуйте! Да. Правильно, Андрюшечка, дуй! А, покажите нам, куда вы убирали! Дайте нам! Переходим быстро! Да! Да! Правильно, да. Ребята! Да. Да. Да! Сережка, теперь ты медленно дуй! Медленно дувайте! Дуйте на воду! Правильно, молодец! Да. Правильно, правильно! Правильно, отлично! Да, еще Андрей, да, дуй, да. Андрей! Да, вместе! Все боялся позора, опозориться в глазах своих сыновей. Но один сын еще совсем мал и, может быть, ей не сможет увидеть моего позора. Но Данька, которому уже 10 лет и который в сентябре пойдет в школу и наверняка со своими друзьями будет смотреть эту программу, то мне было бы, конечно, очень страшно проиграть и опозориться в такой программе перед своим собственным сыном. Это самый большой страх, который присутствовал у меня перед поездкой на эту программу. Бежим! Ну что, давайте подведем промежуточные итоги. Итак, говоря футбольным языком, сейчас закончился первый тайм. Естественно, соперникам красным быть трудно, потому что они набрали максимальное количество ключей, 6 ключей. И я торжественно вам вручаю главный ключ от сокровищницы, потому что у вас право первым войти в сокровищницу. Секунду. У меня особое как бы сообщение для синих. У вас шанс остается. Я хочу, чтобы у вас сохранились игровые качества. У красных есть шанс первым войти в сокровищницу. И если они отгадают ключевое слово, то, конечно, они победили. Но шанс, что они могут ошибиться, может быть, не такие спортивные, но не такие сообразительные. Хотя от Большого театра. Ну, почему? Почему вы все время намекаете? Ну, у меня драматические стоят. Я должен как-то все-таки развести. Поддерживать. А мы тоже учились драматическому. Драматическому. Да, у нас есть. Ну, давайте об этом поговорим. Давай, да, давайте. Ну и что? Ну, вот так. А, вот так. Давайте все. Ну, в общем, все ясно. И приключения, в которых вы должны добывать себе подсказки, начинаются прямо сейчас. Для синих это начинается с похода к скряге Фура. И я думаю доверить это вам. Капитану. Ладно? Хорошо. Хорошо? Может быть, вы получите первую подсказку. У вас Андрей пойдет готовиться к одному из сложнейших испытаний, которое называется, приключение, которое называется «Ветка». Четыре подсказки, за которые команды будут бороться в четырех приключениях, дадут возможность правильно угадать ключевое слово в сокровищнице. У каждой команды есть шанс выиграть в двух приключениях и в двух дуэлях. Правильный ответ на загадку Фура – подсказка одинаковая для обоих составов. Все приключения в форте ограничены во времени. Если игрок или команда не успевают уложиться в отведенное время, подсказка сгорает. Команды имеют право получить дополнительные две подсказки, но для этого они должны принести в жертву двух игроков. Открывать капсулы с подсказками игроки имеют право только перед сокровищницей. Давайте посмотрим, что происходит. Ура! Вот.
шастают туда-сюда. Ботинок им не жаль. Прошу. Вас ждут друзья? Мне же устали с фурой, надо полагать. Приступим. Они рождают плод и семя, бесчисленно их племя. Головками кивая низко, зовут к себе, пуская близко. Глаза любимые, ее саму мы нежными именами называем, что им принадлежат. Глаза любимые, ее саму. Уже? Ну, я думаю, что это цветы. Правда. Вы угадали. Подсказка ваша. Спасибо, старец. Она внутри. Не может быть. Я пошел. Вот выиграют приз. А мне-то только что все уплывут, а я останусь тут и буду слушать ветер. Ну что, у вас есть шанс получить первую подсказку. Еще раз напоминаю, что это важно. У вас ключей много, вы первый войдете в сокровищницу, но нужны подсказки, чтобы открыть ключевое слово. Итак, Андрей, вы должны по лестнице забраться, это называется у нас все ветка, выйти на эту доску, вы будете создавать противовес. Во времени вы ограничены, поэтому действуйте аккуратно, но все-таки ритмично. И должны дотянуться до этой подсказки. Если вам времени не хватит, она сгорит. Все ясно? Ну что, вы готовы? Вопросов нет. Нет, нет. Поехали? Вперед. Давай, удачи. Молодец, аккуратно. Ребята, крепче держат. Очень сложно, нет? Время идет, давай побыстрее. Да, да. Аккуратнее перешагивай. Да, с левой ноги. Вставай на доску, с левой ноги. Андрюша, Андрюш, давай. Время. Все. Молодец. Тяните, да, тяните вниз. Да. Доску, еще, еще, еще. Еще быстрее, быстрее, время, время, время. Тяните, тяните. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Убирай. Убирай, только руками делай. Да, только крепко и внимательно. Так. Да. Андрей, да. Как доска? Как доска, Андрей? Иди вперед, Андрей, смотри вперед. Смотри на плюс, только на плюс. Да, спокойно. Блин. Молодец, тяните, ребята, вниз чуть-чуть. Поднимайте доску. Да, вниз чуть-чуть. Аккуратно. Надо идти прямо, лучше прямо. Иди прямо, прямо. Блин, шатается. Надо, держите, вы неправильно ее держите, надо было снизу держать, вам тянули в бок. Сейчас уже не трогайте, аккуратно держите. Еще выше чуть-чуть. Поднимайте, поднимайте его, да. Поднимайте выше, еще. Спокойно, спокойно, Андрюш. Все хорошо, спокойно. Почему-то она шатается, надо еще поднять, поднять. Поднимайте, 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 поднимайте. Аккуратно, аккуратно, еще, еще. Аккуратно, аккуратно, еще. Андрюш, держись спокойно. Еще поднимайте, еще. Еще, да, еще. Молодцы, вот так, да. Вот так держите, крепко, не считайте, да. Нет, не перепадай. Тебе надо идти вперед. Еще сделаешь. Нет, ничего. Так, держи. Все хорошо. Еще шаг. Да. Потом дотянуться и дернуть. Да. Поднимайте еще, ребята, еще поднимайте. Да, аккуратно, аккуратно, Андрюш, спокойно. Еще один шаг. Да, еще. Ребята, держите крепко. Еще чуть-чуть поднимите. Да, чуть-чуть. Ай, 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 ай. Еще поднимайте, поднимайте. Да, хватай его. Да, дай, молодец, да. Теперь спокойно. Взял. Все, да. Теперь все, можете прыгать, прыгать, прыгать. Ребята, держите доски. У нас есть первая подсказка. Ура! О, все,
вообще все те ощущения, которые были, они ни в коей мере не связаны с тем, что в реальности получаешь на этой игре. Это просто что-то сверх, это супер, это адреналин, это возможность почувствовать свои силы. Нет, это вне всякого вообще представления. Итак, ребят, Любе предстоит очень непростое испытание. Она сейчас будет проезжать мимо всяких гадостей и пытаться прочитать для нас цифры. Катюш, ты бери мел и будешь писать, мы будем слушать все эти цифры, будешь писать их в ряд. Да, мы будем слышать это и будем складывать. Ага. Дальше будем набирать код вот здесь, вот на этой коробке, доставать оттуда подсказку. Ну что, Люба, вы можете сейчас принести подсказку своей команде. Значит, что вы должны делать? Вы будете попадать в определенные зоны, да, где, несмотря на обстоятельства, вы должны рассмотреть написанные числа. Эти числа вы должны точно выкрикнуть своей команде. Да. То давайте проверим связь. Крикните, слышит ли вас команда. Катя! Мы с тобой! Все. Слышите меня хорошо, да? Очень. Сейчас я сниму очки, и вы будете готовы. Ой, все, вопросов нет? Ничего не бойся! Все это называется «Голова путешественницы». Я желаю вам приятного пути. Спасибо. Ты самая красивая! Вперед! Они были за тобой. Как там? Можно вернуться. Любочка, спроси. 8-1-7. Молодец. 8-1-7. Молодец. Молодец. Давай дальше. Я поняла. Это поняла. Должно быть внутри этих кабин, там кузнечики. Всем вам не сидится. Чем я могу помочь? Подсказку ждете. Вы готовы? Да. Начинаю. Они рождают плод и семя, бесчисленны их племя. Головками кивая низко, зовут к себе, пуская близко. Глаза любимой, ее саму, мы нежно именами нарекаем, что им принадлежат. Глаза любимые. Это все? Ее саму мы нежно именами нарекаем, что им принадлежат. Так кто ж они? Ну пусть это будет подарок тем женщинам, которые за нас сейчас болеют. Возможно, это цветы.
ты угадал, подсказка твоя! Она внутри, неси скорее. Спасибо. Есть. Так быстро угадал. Какая гадость! Да, дело близится к финалу. Молодец! Я не знаю, даже радоваться или не радоваться. Уже вот так трудно. Так, молодец, ну что, давайте подведем быстро промежуточные итоги. Итак, у красных две подсказки, у синих одна подсказка. Сейчас своеобразный обезьяний мост. За красных будет бороться, за интересы красных Соскоридзе, за интересы синих у нас Кончаловский. Вы должны добраться до этих мешков, сорвать ключ, открыть боксы, прокричать код для того, чтобы открыла ваша команда боксы. Понятно, нет? Да. Вопросы есть? Нет. Начали! Молодец! Уверенно иди к мешку. Хорошо, Коля, молодец. Хорошо, теперь спокойно доставай ключик к замка. Давай, ключик. Давай, не обращай внимания давай, ни на что. Иди к мешку. Мешок у нас. Давай, открывай. Давай, Коля. Колечка, открывай. Что там? Сейчас. 1-8-4-9! 1-8-4-9! Ну, уже, собственно, можно уже, наверное, 9. Аккуратно и 10. Третья! Третья! У нас третья подсказка! Ура! Молодец! Молодец! Все нормально! Ты сделал это! Ну что, побежали? Побежали. Ребят. Я очень боялась за своего мужа, что ему достанется что-нибудь тяжелое, что он выбьет плечо или поцарапается, или что будет какая-то травма. Первый войти в сокровищницу и выложить ключевое слово получает команда, которая выиграла большее количество ключей. В случае, если слово выложено неправильно, команда соперников, проигравшая в испытаниях, имеет право войти в сокровищницу второй и выложить правильное слово. Если обе команды выложили ключевое слово неверно, побеждает команда, которая выиграла наибольшее количество ключей. Время в сокровищнице ограничено. Команда, которая не успела выйти из сокровищницы, проигрывает. И тогда победителями считаются их соперники. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ну что, мы приближаемся к сокровищнице. Осталось мне разыграть одну подсказку. Я знаю, что у синих подсказка одна, у вас уже три. Есть еще шанс получить одну подсказку и, может быть, отгадать ключевое слово. Значит, игра предельно простая. Мы создаем детскую пирамиду из этих форм. Но поскольку, если вы позволите, великодушная команда Большого театра, играющая сегодня безукоризненно, у вас меньше шансов на победу, это уже объективно, у вас меньше подсказок, и в сокровищницу вы, может быть, войдете вторыми, если они не отгадают ключевое слово. Поэтому я даю возможность начать строить пирамиду вам. Синие начинают, и, соответственно, вот так вот вы создаете пирамиду. Каким угодно способом. Вы должны создавать провокацию для противника, чья после постановки чьего боярника упадет пирамида, те проиграли. Ага. Естественно, предположенная команда получает подсказку. Понятно. Все ясно? Единственный совет, когда будете меняться местами, подходить сюда, не заденьте стол. Потому что это тоже будет... Ну что, синие, вперед. Да, где 2 и 4?
Остап тоже твой же. Гениально, Катя. Браво. Что ж ты так? Что ж ты? Что? Это благородно, я понимаю. Люба, умничка. Это уже провокация прямая. Ну, тогда давай. Давай. Что ты скажешь? Я ну, пока еще ничего. Наверное, так вот закончим круг, а потом вернемся. Ну, лучше по порядку, так будет. У нас уже порядка не получилось, да. Осторожно, не шатайтесь. Если, ого! Если вы... Не издевайся. Нет, слушай, он свалится. Он же, видишь, как он. Он же неровный. Не надо. Попробуем, Кибельки. Мы проиграем. Если упадет, вы проиграете. Нет. А кто Сергей, кто возьмет на себя эту миссию? Сергей, я потом не смотрю. Я не хочу даже это смотреть. Нет, ты мог. Вспомни училище. Сережа, вспомни училище. Нет, он не поставит. Не отпускай сразу. Поставь. Спокойно. Нет. Ставь так же. Нет. Другую другую плоскость поставь. Нет. Другую. Нет. Чуть-чуть. Вот. Отлично. Yes. Егор, поперек. Не сам себя. Поперек, Егор. Очень. Аккуратно вообще. Я понимаю. Мы поздравляем вас. И не отрывай пальцев. С очередной поддавалкой. Это не тем надо было делать, кто ловил канат. Подсказку достает команде «Красная». Ну, почти же стоял. Почти, да. Секунду. Мы начинаем заново. Итак, у вас 4 подсказки, да? Я прав? Да. И у вас одна. Увы. Мы отправляемся к сокровищнице. Бегом, время. Форт не ждет. Поднимаемся. Ну что, наконец мы подошли к Рубиконной черте. И что я должен объявить? То, что вы прекрасно знаете. У вас 6 ключей, и вы первыми входите в сокровищницу. У вас всего один ключ. Если вам дадут шанс, вы вторыми войдете в сокровищницу. Дайте нам шанс. У вас 4 подсказки, и у вас большая вероятность, что вы отгадаете ключевое слово. У вас одна подсказка, и у вас шансов меньше. Значит, сейчас вот здесь, вот в этих головах тигров, есть 2 подсказки одинаковых и для вашей команды, и для команды красных. Я вам дам сейчас 30 секунд и разрешу по законам форта открыть по одной подсказке. То есть из ваших 4 одну. И вы имеете право открыть свою. После этого в течение 30 секунд вы мне должны сказать, скольких игроков вы жертвуете взамен за подсказки. Да? В основном, я думаю, что это касается команды «Си». Вот. Но, тем не менее, правила есть правила. Вот. После этих 30 секунд, когда вы мне скажете, кого вы жертвуете, вы произведете эту жертву, откроете подсказки и тихонько будете совещаться, для того, чтобы ваше совещание и ключевое слово не услышала команда противника. Будьте внимательны, да? Вот. И на все на это будет 4 минуты. За это время лучше на бегу. Вы должны совещаться, да? Бежать в сокровищницу, постараться угадать ключевое слово. Если вы его угадаете, посыпятся золотые боярды. И максимальное количество этих боярдов нужно вынести в корзину. Есть какие-нибудь вопросы? Пока нет. Нам бы не сломать. Я даю 30 секунд для того, чтобы открыть одну подсказку. Пошел. Время пошло. Открывай. Против часовых дел. Вы умеете делать? Нет. Взрослые люди. А, да? А играют как дети? Верят? Дальше. Вот это. Нет? Не так. Где подсказка? Они в подсказке. О, давай, скорее. Не скажешь, блин. Один. Время. Ну что, кому отдаешь? Одна подсказка, это тяжело. Двоих. Пожалуйста.
Получайте подсказки. Вы... Так, значит, правой рукой... То есть вам не нужны подсказки? Вы не приносите жертв? Нет. Все, меня сейчас интересует ответ только на этот вопрос. Доставайте две подсказки. Пленница, отдайте игрокам. Верни сюда. Внимание! Сейчас я даю 4 минуты на то, чтобы открыть капсулы, посмотреть подсказки. Естественно, все, которые у вас имеются в наличии, и начинать движение к сокровищу. Начинается отсюда. Отсюда, с этого момента начинаются эти 4 минуты. Время пошло. Открываем. Все, открывайте, открывайте, нет, я сказал. Нет, я знаю слово. Нет, подожди. Я еще раз предупреждаю, все совещания тише. Вперед, 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 время. Нет, правильно. Что молчите, никого нет рядом. Это дезинформация. Так. Сергей. Коля, слово. Солнце. Ты на С и вот на Е. Сережа, Андрюша, ты несешь ядро, на Л кладешь. Капитан, давай, открывай чат. Открывай, время. Я на Л и на Е? Да. А Маша, ты на С, я на Л. Я Л. Так, где это? Какое слово? Где ядро? Ядро. Слово! Вот сюда ты вставай. О, я вот. Л, где Л? Вот, Л. Вон Л. Л, все. Проверь. Да, Н. С, у кого? S. Нету С. С, вот ядро. Есть. Н. Я стою на Н. Все, есть. Моника! Они готовы. Все из... Это дождик! Взорвано! С этой? Я обращаюсь к команде «Синих». К сожалению, вы сегодня проиграли.
Ну, получили удовольствие, потому что повидали Форт Боярд и испытали себя. Они лучшие. Вы самые классные. Они самые лучшие. Вы выбываете из игры и, к сожалению, в этом сезоне больше не войдете в Форт Боярд. Но я рад был видеть вас в этих состязаниях. Мы тоже были рады с вами поиграть. Я прощаюсь с вами. Форт прощается с вами. Люба! Люба! Героиня! Люба! Выигрывать у Большого театра, по-моему, нет никакого смысла. Очень. Мы сейчас их будем целовать. Нам было просто, нам было неудобно выигрывать у народных артистов. Они подыгрывали. Они очень сильно, очень достойная команда. Это... То есть им приятно проигрывать, потому что это симпатичные ребята. Это почетно, да. Они очень сильные, они на самом деле очень сильные. Это дождь победы, я поздравляю вас. Давайте. Вы выиграли достаточное количество золотых боярдов. Я хотел бы знать, сколько их. Пожалуйста, постан, паспорту. Соответственно, вы проходите в четвертьфинал. Интересно, сколько здесь денег? Сколько здесь золотых боярдов? 6 килограмм 820 грамм золотых боярдов. Я поздравляю вас. Я надеюсь, что вы порадовали сегодня не только поклонников Большого театра, но и ваших личных поклонников. Я желаю вам много замечательных премьер. И давайте поблагодарим ваших болельщиков и сегодняшних зрителей. До встречи на следующей неделе. Большого театра!